Родос – это один из самых многогранных островов Греции, сочетающий множество аспектов того, что можно назвать интересным и разносторонним времяпровождением. Путешественники найдут здесь и средневековый город с его незабываемым очарованием, и руины когда-то могущественных древнегреческих полисов, и христианские святыни, и почитаемые монастыри, и, конечно же, прекрасные пляжи, как оборудованные, так и дикие. Сохранились пока еще относительно традиционные и исторические деревни, развалины многочисленных рыцарских крепостей и почти нетронутые цивилизацией природной красоты. К услугам отдыхающих множество гостиниц на любой вкус и кошелек, богатая туристическая инфраструктура, музеи, парки и даже казино. Предлагаются многочисленные экскурсионные и развлекательные программы как на самом острове Родос, так и на соседних островах архипелага. Однако Родосу есть что предложить и тем, кто устал от всей этой туристической кутерьмы и сутолоки, и хочет провести время в комфорте, но в тишине и покое, просто на берегу теплого и безмятежного Средиземного моря. Без сомнения, из таких мест одно из лучших на острове – это деревня Хараки. Хараки находится на юго-восточном берегу Родоса, примерно посередине между южной и северной оконечностями острова. Расстояние по дороге от города Родос – примерно 40 километров. В сезон через деревню ежедневно проходит несколько рейсовых автобусов, что делает ее удобной для посещения и без личного транспорта. Деревня разместилась на берегу небольшой бухты. Население – около 200 человек. Когда-то жители занимались сельским хозяйством и рыболовством, но теперь это уже в основном курортный поселок. Здесь есть гостиницы, таверны, небольшие магазинчики можно взять на прокат автомобиль или моторную лодку. Дома современные, традиционных почти не осталось. Однако в остальном это по-прежнему обычная деревня. Здесь нет муниципалитета, полиции, почты, больницы. Небольшая церковь посвящена святым Петру и Павлу. Благодаря тому, что Хараки находится на юго-восточном берегу Родоса, побережье не подвержено сильным северным ветрам, которые преобладают летом в Эгейском море. Поэтому в курортный сезон сильного волнения на море, здесь обычно не бывает. Дома построены довольно близко к воде, и пляжная полоса не очень широка. Однако, учитывая, что больших гостиниц здесь нет, а посещаемость деревни заезжими экскурсантами весьма невелика, деревенский пляж даже в разгар сезона не выглядит перегруженным. На южной части бухты пляж узкий и мелкогаличный, а в северной – песчаный и более широкий. Пляж оборудован всем необходимым, можно воспользоваться лежаками и зонтиками. Набережная явно узковата, и для вечернего променада не очень удобно, так как заставлена столиками гостиниц и таверен. Многие туристы, приезжающие на своем транспорте, предпочитают песчаный пляж Святой Агаты, немного севернее Хараки. Пешком туда идти чуть меньше двух километров. Рядом с этим пляжем находится небольшая пещерная часовня Святой Агаты. Желающие провести время более уединенно могут пойти на обширный и пустынный галечный пляж Масари, расположенный к югу от Хараки. В дождливое время, правда, это может быть затруднительно из-за разливающейся реки. Однако летом это, конечно же, маловероятно. Прямо у пляжа большая территория занята бывшим военным лагерем. Он заброшен и используется только немногочисленными самодеятельными туристами, с кемперами и палатками. Основная достопримечательность Хараки – это крепость Фераклас, возвышающаяся на холме у деревни. Построена эта крепость в византийскую эпоху и, скорее всего, на месте античных укреплений. 20 сентября 1306 года крепость была взята рыцарями-госпитальерами под командованием великого магистра Фулька де Виларе. Именно с этой крепости началось завоевание рода с рыцарями и создание нового государства на островах Додиканиса. После окончательного завоевания Родоса, крепость не использовалась на протяжении десятилетий и сильно обветшала. Здесь располагалась тюрьма для пиратов и контрабандистов. С усилением военных угроз в XV веке крепость была модернизирована. Работы проводились под руководством великих магистров Джованни Арсини и Пьера де Абисона. Крепость имела важное значение для защиты не только причалов Хараки и Святой Агаты, но и внутренних районов острова. Поэтому она была одной из трех самых важных крепостей наряду с Родосом и Линдосом. Крепость была захвачена Османской империей в 1523 году после длительной осады, уже через несколько месяцев после взятия Родоса. Таким образом, можно сказать, что Фераклас это и первая, и последняя рыцарская крепость Родоса. Турки крепость не использовали, она постепенно разрушалась и разбиралась на строительный материал. От строений внутри крепостных стен практически ничего не осталось, за исключением цистерны, хотя территория крепости была, конечно же, застроена жилыми и служебными зданиями. Стены и башни крепости сохранились фрагментарно. Северная и западная части относятся преимущественно к византийскому времени, а остальные части крепости построены уже в рыцарский период, и на стене можно увидеть герб великого магистра Джованни Арсини. В южной части крепости выделяется хорошо сохранившийся участок стены с двумя круглыми башнями и остатки ворот. Вход в крепость свободный и бесплатный. Следует учитывать, что тропинка, ведущая ко входу, может быть малозаметна, так как посетителей обычно немного. Больше достопримечательностей в Хараке нет. Любители пеших прогулок могут осмотреть несколько исторических церквей в окрестностях деревни а на рейсовом автобусе можно съездить в древний Линдос, до которого по дороге около 15 километров. Если брать на прокат автомобиль, то Хараки может быть довольно удобной базой для осмотра южной части острова. Но, конечно же, в первую очередь, Хараки – это место для спокойного созерцательного и расслабленного времяпровождения, которого так часто не хватает жителям больших городов.